Двое мужчин приехали в Саратов из Волгоградской области с вполне определенной целью – сбыт наркотиков. К выбору мест для закладок злоумышленники подошли креативно. В вечернее и ночное время они прятали дозы героина на детских площадках. С Волгограда приехали? Да. С какой целью? Хорошо, работу. Вот это. Какой работу вот этой? Укладки. Закладки. Конкретно расскажите, закладки чего? Оборудовать тайниковые закладки? Да. С чем? Наркотиками. С наркотиками? На детской площадке вы сделали тайниковые закладки? Да. За одну ночь подозреваемые сделали 16 закладок. Могли бы и больше, но вовремя были задержаны сотрудниками полиции. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Им может грозить до 20 лет лишения свободы. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.